Если вы решили снимать мультик про зоопарк или динопарк, вам будет необходим забор, за которым будут находиться животные. Если ваш забор такой же короткий, как мой, сейчас покажу, как визуально расширить его границы. Устанавливаем одну сторону забора к стене, другую так, чтобы ее конец не было видно на экране телефона. Вот, собственно, и все. И меняйте расположение забора и животных внутри него.